Лето будет сухим и жарким, а значит, пожароопасным. О степени готовности техники тушения и разработки методов борьбы с огненной стихией рассказали ньюсмейкеры на пресс-конференции в Интерфаксе. Прогноз неутешителен, пожары будут. В наибольшей опасности два района – Южский и Пестяковский. Сотрудники лесного комитета создали список из 22 населенных пунктов, которых защищать от огня нужно в первую очередь. Там лес вплотную подходит к домам. Профилактика возгораний в самом разгаре. Ньюсмейкеры уверены, повторение лета 2010 года, тогда в регионе в результате пожаров выгорело 28 тысяч гектаров лесов, не будет. В этот раз распространение огня пожарные не допустят. С марта идут работы по минерализации лесных полос, техника проверена и исправна. 32 бульдозера, 22 гусеничных трактора, 29 колесных трактора, 106 пожарных автоцистерн, 9 экскаваторов, 3 вездехода, 41 единица грузовых машин.